Здравствуйте. В областном этапе конкурса «Частушки безопасности» Рогачевский район представит народный клуб любителей народной песни «Поющие сердца» Рогачевского городского дома культуры. Поющий, красивый, талантливый и по-настоящему народный коллектив существует с 14 января 2004 года. За 17 лет коллектив 4 раза подтвердил свое звание «Народный». С любительским коллективом мы работаем не первый год. Они активно принимают участие в наших республиканских акциях. У нас даже уже сложилась небольшая традиция. В Международный день пожилого человека мы собираем с небольшим коллективом за сладким столом. Этот год не исключение. Сегодня вы сможете оценить их талант и получить истинное удовольствие от исполнения. Ну что, ребятки, за шум! Как спасателей позвать, громко нечего кричать. Если вдруг увидишь дым, позвони по 101. Надо разобраться, угольки там все погасли, чтоб живым остаться. Жечь-кортер, над что я делал, нужен здесь подход умелый. Ты по что бензином льешь? Это вспыхнет, не спасешь. Еще ж мы не сгорели. На диван упал без сил, сигаретку закурил. Потому-то на носилках я в больницу угодил. Мы спасателей пожарных от души благодарим.